Всем привет! На ТВЦ выходит новый сериал под названием «Дела житейские 5». Помогая другим людям с их проблемами, Вера оказывается бессильна перед хаосом, в который превращается ее собственная жизнь. Саша уходит, рассудив, что он чужой в ее семье. Захаров стремится поскорее узаконить их отношения, к чему она совершенно не готова. Но и работу никто не отменял. Теперь Вере предстоит найти жилье бездомным собакам, а также рассудить, мешают ли танцы в подвале спокойной жизни многоквартирного дома. Премьера четырехсерийного сериала «Дела житейские» пятый сезон состоится 21 октября на интернет-платформе ТВЦ.